Девятитонная весточка из дома отправилась из Карачаева-Черкесии в зону СВО. Гуманитарная помощь играет критически важную роль в условиях военных конфликтов. На просьбу бойцов, которые в данный момент стоят на передовой в Херсонской области, отправить им бутылированную воду сразу же откликнулись сенаторы Российской Федерации. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и Крым Казаноков. Гуманитарный груз собрали незамедлительно. 9 тонн питьевой воды отправили военнослужащим. Напомню, что республиканский штаб по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по поручению главы Карачаева-Черкесии на регулярной основе формирует грузы для отправки нашим солдатам. Данный груз сформирован при поддержке сенаторов Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. К ним обратились новороссийские десантники, которые сегодня находятся на Херсонском направлении. Они находятся сегодня прямо на передовой в зоне специальной военной операции. И они попросили питьевую воду. Данный груз, который сегодня сформирован, он поедет прямо к ребятам, которые сегодня остро нуждаются в питьевой воде. Эта работа ведется на постоянной основе. Мы неоднократно отправляли и средства гигиены, и питьевую воду, средства защиты, технические средства и многое другое.